Здравствуйте, дорогие коллеги! Я рада видеть вас сегодня на, нашем, на нашей трансляции, в нашем эфире. Давно мы с вами не виделись, но ну что же, будем начинать. Сегодня мы с вами обсуждаем перспективную модель ЕГЭ 2022 года, которую выложили недавно на общественное обсуждение. Ну, собственно, обсуждением и будем заниматься. Я вам расскажу о своих впечатлениях, ну и мы с вами обменяемся этими самыми впечатлениями. Сказать на самом деле есть что, потому что когда я выложила эту самую перспективную модель, на первый взгляд, скажем так, впечатляет, впечатления были одни. После того, как я решила абсолютно все задания и посмотрела все досконально, это впечатления совсем другие. Ну и будем с вами разбираться во всем этом. Здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую, всех, кто ВКонтакте и на Ютубе. Ну что, будем начинать. Я вам покажу сразу все, не только буду сама рассказывать, да, вы уже видели на заставке прекрасную книжечку, которую я сделала себе для удобства. Ну и давайте обсудим все это. Показываю вам, собственно, эту самую модель. Начнем со спецификации, потому что там как раз и написано, что это такое, что за зверь, откуда оно все взялось и почему именно так. Надеюсь, что вы всегда читаете спецификацию, когда выходят новые демо и чего бы то ни было. Итак, еще раз, на всякий случай напомню: если вдруг кто не знает или забыл, Здесь на каждой странице есть вот такая замечательная запись, да, не будет использоваться при проведении ЕГЭ 2021 года. То есть это просто проект, каким видят разработчики ЕГЭ в 2022 году, но не факт, что это все будет принято именно в том же виде полностью. Конечно нет, как правило, все изменения вводятся постепенно. Я не знаю, что из этого примут, что из этого не примут. Это Скорее всего будет большой при большой сюрприз, потому что хоть мы и можем на что-то влиять, но э, не настолько, насколько хотелось бы, конечно. Ну давайте по порядку. А, здравствуйте всем. Ну вот спецификация. Собственно, здесь написано на значение того самого прекрасного этого Ким ЕГЭ, да? Ну то есть для государственной итоговой аттестации и, собственно, вот для чего это все нужно. Документы определяющие содержание. Если вы думаете, что все берется с потолка, то здесь есть, скажем так, перечень, да, что было использовано при отборе материалов. Но это не самое интересное, потому что самое интересное, наверное, подходы к отбору содержания, разработки структуры КИМ ЕГЭ, на самом деле ничего принципиально не изменилось. Единственное, что здесь, да, на первом месте стоит деятельностный подход а, и личностно ориентированный. Это было и в прошлой, ну, то есть в той домоверсии, которую мы видим, да, но сейчас это прямо вот такие ведущие подходы, и это читается прямо из самой вот этой перспективной модели. Ну, так прям очень хорошо читается. Вот. Много, на самом деле, здесь всего перечислено. Вы можете сами это все перечитать. Мы на этом подробно останавливаться не будем. В принципе, это повлияло в том числе и хорошо на эту самую модель, но в некоторых моментах, конечно, такое себе. Итак, идем дальше, идем дальше. Значит, что теперь поменялось? Да? Теперь поменяли, поменялось, во-первых, количество разделов и их название. Теперь в письменной части не 4 раздела, а 3 аудирование и чтение. Их объединили в один раздел. Грамматика и лексика остались э, таким же разделом. И теперь вместо письма у нас письменная речь. То есть в раздел письмо раньше включалось личное письмо и эссе. Сейчас раздел письменная речь, и там немного другие задания. А, да. а, собственно, вот как интересно получилось. А, что конкретно получилось, я вам покажу позже, если вы еще не видели. Ну, в общем, скажем так, получилось интересно. Здравствуйте, здравствуйте. Структура. На самом деле вся эта перспективная модель содержит вот кучу каких-то опечаток, неточностей, описок. Вот, знаете, такое ощущение, что делали это все на коленке, вот прям реально на коленке, потому что я, когда читала и отмечала себе вот какие-то моменты, я думала... Ну как? Вот как можно было это не заметить? Такое ощущение, что сляпали эту самую перспективную модель реально за пару недель максимум. В общем, что-то не очень, да. Вот показывают нам структуру Ким-Еге. И казалось бы, вот вроде читаешь, и все хорошо, все прям так правильно, пока не натыкаешься на один пункт. Значит, задание на определение соответствия предложенного утверждения тексту есть такое? Да есть, конечно. Выборы записи одного или нескольких правильных ответов есть. Дальше сопоставление содержания аудио и письменных текстов по предложенным параметрам есть, есть, все есть. А установление соответствия позиций представленных в двух множествах, все вроде бы хорошо, да. Заполнение пропуска в связанном тексте все хорошо, да, преобразование в нужную грамматическую форму, а потом идет задание на заполнение пропуска в связанном тексте путем образования родственного слова от предложенного опорного слова. И ты такой, М, это такой, это словообразование. Помогите Светлане найти словообразование в новой перспективной модели. Ну ладно. Дальше идет тоже очень интересная информация. Здесь ничего не поменялось на самом деле. Здесь заявленный уровень всего три уровня заявлены по вот этому по шкале: да, базовый, А2+, повышенный, Б1 и высокий Б2. Казалось бы, да, ничего не изменилось. Все окей, все прекрасненько. Дальше у нас идет распределение по баллам, но здесь, в принципе, все очевидно. Вот как было 20 за раздел баллов, да, так 20 и осталось. Аудирование и чтение объединили, ну, то есть было в аудировании 20 баллов, в чтении максимально 20 баллов, опа, стало 40. Ну, в принципе, ничего не поменялось, да. А, а вот распределение заданий, ким по содержанию, видам умений и так далее, вот это вот тоже очень интересно, да. Я когда себе это все, когда я все это читала, я себе там делала пометочки разные, очень интересные пометочки, скажем так, да. Вот здесь, например, есть такая штука. Сейчас я выделю это все. Вот помните, да, аудирование и чтение, где объединено. Там часть текста надо прослушать, а часть прочитать. И после этого да, выяснить, какая часть была в прослушанном, какая часть была в прочитанном, может быть там где-то и, и там, и там было, или не там, не там. Конечная цель установить вот как раз, какая информация где была. У меня вопрос, и этот вопрос, это, наверное, вот первый вопрос, который у меня возник при беглом прочтении этой самой модели. А зачем? Вот серьезно, зачем? У меня первая мысль была, я еще написала в комментариях, если кто-то читал тот пост, то вы, наверное, найдете один из первых комментариев. Проверить внимательность? Ну, серьезно, зачем? Я вот не понимаю сакральный смысл этого задания. Задание номер восемь. Ну, казалось бы, да, послушали текст, отметили галочками, потом прочитали текст, другой текст, но на ту же самую тему, про тот же самый объект отметили галочками, да? Где-то получилось так, что и там галочка, и там галочка. Где-то ну в одной строчке никаких галочек нет. Зачем? Вот я серьезно не понимаю. Те дети, которые не поняли содержание, да, например, или упустили какие-то части, но они будут, скорее всего, ставить угадайку, да, или просто там ошибаться, потому что на самом деле тексты и аудио и печатный я бы не сказала что адские зубодробительные но скажем так не самые простые вот помните я всегда говорила аудирование заданий номер три это одно из самых адских заданий ну как бы <laughs> вот вам тоже адское задание я уж не знаю что из них более адское но по-моему все таки вот это и главное я не понимаю назначение. Дурацкое олимпиадное задание, да, но это же, ну слушайте, это, давайте называть вещи своими именами, это непонятная жесть. Я так и не поняла, с чего это все, зачем это все нужно. И коллеги, которые комментировали тот э, пост, который я выложила, они тоже написали, а, -а зачем? Вот серьезно, интеграция просто максимально странная. Зачем интегрировать два рецептивных навыка? Ну как бы давайте тогда прослушали и написали что-то, допустим, свое мнение, типа, хочу я посетить это место и не хочу, и назвать там минимум две причины. Ну хотя бы так. Я бы превратила это задание примерно в такое. А так получается, ну послушали, прочитали галочки, расставили и все. Это какое-то, понимаете, чисто механическое задание, причем для ребят э, с высоким уровнем владения языком, и они с ним справятся. Но баллов оно приносит не очень много, ошибиться там очень легко и запутаться в этих двух таблицах, а там в итоге две таблицы. Но это расплюнуть. Короче, очень странное задание. Вот на этом я, конечно, споткнулась сразу, думаю, что это? Но для тренировки, ну, с, вот париться на экзамене, это реально ужас. Вот я просто делала это, сама как-то выполняла, я так и не поняла, сохранили смысл данного задания. Вот просто зачем это? как такое могло родиться в голове? Вот в Олимпиадах там извращаются реально как могут, потому что на Олимпиады идут, я так понимаю, дети, которые ну, явно выше школьной программы, явно занимаются где-то отдельно, явно штудируют эти самые сборники специальные для Олимпиад. А это экзамен, который проверяет всему, э, все, чему ребят научили. Вот следующий вопрос, который у меня возник после просмотра всей этой ДВ-версии перспективной модели. Ну серьезно, вот вы все работаете, да, по разным а, пособиям. Но пособие, ладно, еще что-то где-то можно найти в зарубежных пособиях частично, да. Особенно те, кто готовит к международным экзаменам, где-то что-то узнает. У меня вопрос к школьным преподавателям. Вот вы преподаете по учебникам, по разным учебникам, да, вот эти прекрасные ОМК, типа Rainbow, Forward, вот Spotlight, да, вот это вот все прекрасное произведение наших российских авторов. У меня вопрос, а вот где-нибудь там встречается, ну, хоть что-то подобное, например, описание графиков. Ну, серьезно, вот вы работаете в школе, да, я в школе не работаю уже пять лет. Вот вы работаете до сих пор. И так что там, описание графиков есть? Вот ребят учат таким образом систематизировать информацию, представленную в таблицах. Ребят учат после этого да, это все излагать, а потом высказывать собственное мнение да, по изложенному или по увиденному. Это вот серьезно этому учат? я, насколько видела все эти учебники, я, конечно, не со всеми знакома, да, но я ни разу ни в одном не видела чего-то подобного. Причем я сейчас не про формат говорю, я сейчас говорю про умения. И эти умения просто не развиваются. То есть в учебниках этого тупо нет. На это не направлено обучение. То есть если с какими-то заданиями я еще могу узнать что-то, да, ага, вот этому точно обучают, да, немножко в другой форме, но в общем и целом обучают. Но то вот, например, задание с графиками это просто... Ну, просто какой-то упс, конкретный. Вот вы, наверное, да, привыкли к тому, что я всегда выхожу к вам и успокаиваю: типа, да, нормально, вот это вот все хорошо, да чего вы так переживаете, что там электронное письмо, все фигня, да. Вот всегда я успокаивала, рассказывала, почему так, почему это круто. Я читаю эту перспективную модель. Я просто что это? Знаете? прикол был такой, да, в учебнике Вербицкой ровно одна страница по описанию графиков за, 10 класс. Класс! Ну, видимо, Вербицкая такая, типа, ну, у меня же есть, давайте вот ведем. Я не знаю, как это было. Был такой прикол, да, как появились языки. Помните, может быть, читали очень часто в разных пабликах, везде это появлялось, типа, да, а, немецкий язык, типа, нам жалко пробелов, давайте уберем все пробелы, там, итальянский язык, да, или там, испанский, давайте поприкалываемся типа, итальянским языком. Вот мне кажется, эту перспективную модель делали примерно так. А давайте поприкалываемся на демо версии ЕГЭ. Это это просто просто кошмар какой-то, если честно. Ну вот в Starlight, если нет, и в Spotlight тем более, это понятно. Ну то есть вроде бы э, демо версия ЕГЭ должна проверять все умения, которые формировались вот в течение этих всех лет, что ребенок учился в школе. И у меня вопрос, как вообще это коррелирует со школьными учебниками? Ответ, понятно, никак. То есть там мало что вообще коррелирует, и это страшно, потому что по идее сначала надо научить, а потом проверять. И как вот вообще это что? Да, причем задание для тех, кто занимается дополнительно, это понятно. Ждать новых учебников я вообще не думаю, что надо чего-то ждать. Во-первых, ну, это еще не приняли, и если будут принимать точно не полностью в таком же виде, все это, это просто вот какие задания хотят ввести. А что будут внедрять постепенно, мы узнаем, в общем-то, в августе. Поэтому новые учебники сразу не появятся, и если вы ждете пополнения открытого банка заданий ФИПИ, давайте вспомним. У нас вот ОГЭ поменялся. Что там у нас с открытым банком заданий ФИПИ? По-моему, все так же, ничего. Чего там не появилось ну там какие-то задания что-то там подкинули по моему и то по устной части да вот эти четыре пункта плана там появились и по чтению сокращенные какие там и все и то это было еще в прошлом году и то есть как это понятно что как бы да по формату не обязательно начинать готовить сразу с сентября если есть язык, втиснуть его в формат как бы можно, да, и за несколько месяцев. Но все-таки, по-моему, это как-то не очень хорошо, когда вот так такое вот возникает у нас. И чем больше я смотрю на эту самую перспективную модель, тем печальнее становится. Wilds General нет графиков только в академик. Так там еще причем просто описание, там не надо высказывать свое мнение. Причем мне так и непонятно, почему надо мнение высказывать. Ну, в общем, это ладно. Мы до этого задания еще дойдем дальше. Вот, вот в разделе грамматика и лексика проверяются навыки языковой проверки письменного текста. Ну да, дали нам текст с ошибками, я его вам покажу. И надо выделить, какое слово там лишнее. И есть ли вообще такие слова в этой строчке. Такое задание я видела в учебниках Макмиллан, но, блин, Зачем? Давать текст с ошибками, чтобы ученики запомнили? Что? Ну, то есть, короче, чем больше я читаю вот эту самую спецификацию, тем сильнее шевелятся волосы у меня на голове. Ладно, идем дальше. Дальше как раз перечислены проверяемые умения и навыки, ну и как это все распределяется по заданиям. На самом деле, чтиво не самое интересное в том плане, что там где-то умения те же самые, что мы знаем, да, по старой демо версии. Где-то что-то немножко изменилось. Ну, в общем, э, прочитать это все можно и даже нужно, я бы сказала. То есть, что должен уметь ребенок, чтобы справиться с заданием, да? То есть мы не формат, а на умение смотрим. Но э, тут, конечно, идет дальше э, прекрасная табличка э, про уровни сложности. Вот распределение заданий ким по уровню сложности. У меня сразу вопрос. Значит, согласно требованиям ГОССОО, э, выпускники, обучающиеся по программе базового уровня, должны достичь порогового уровня владения иностранным языком B1. У вас не возникает никакого вопроса, коллеги? Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы сейчас после прочтения? У меня вот сразу возникает один вопрос. Ну, то есть вот в одиннадцатом классе, да, надо владеть языком на уровне B1. Мне интересно, что вы сейчас напишете. Так. Ну да, пороговый уровень, да, видимо, так. И я воспринимаю это примерно так, потому что вы увидите сейчас, что там, сколько. Во! А два. Вопрос, да? Вот тут была прекрасная табличка выше. Она у нас до сих пор есть, да? Вот, пожалуйста. Задание базового уровня. Это А2+ задание повышенного уровня B1 задание высокого уровня B2 если каждый выпускник 11 класса должен владеть языком на уровне B1, что там делают тогда задание уровня а2 <свечисленный пензак> Но это ладно. Я боюсь, что, услышав мой вопрос, э -э, там скажут, действительно, что бы это, и уберут это все. Нет, на самом деле, понятно, да, то есть проверяют, ну, совсем, совсем легонькие задания. Окей, ладно, хорошо. Но э -э, это да, B1 это повышенный уровень. Да, зачем это у нам у нас все? Правая рука не ведает, что делает левая, это однозначно. Окей, okay. и давайте посмотрим на распределение уровней сложности по этому самому ким. Если вы помните, как это выглядит в демо-версии, вот которую выпустили да, 20, на 2021 год, вы можете эти таблички сравнить. В спецификации также есть та самая табличка. Но посмотрите, базовый уровень, сколько за, за задание базового уровня можно получить баллов. 28, 28 баллов можно получить, выполнив задание базового уровня. Сколько, заданий, сколько баллов можно получить за задание базового уровня сейчас? Скажите мне, пожалуйста, у кого демо-версия под рукой, вы можете спокойно ответить на этот вопрос, да, заглянув в спецификацию. Если вы напишете, будет отлично. Я вам так скажу: побольше. Если я сейчас не ошибаюсь, то 45 э, баллов можно сейчас получить за задание базового уровня. Э, я, конечно, могу ошибаться с цифрами вот прям запомнить цифры мне довольно сложно, но в общем побольше. То есть э, Владислав написал про пороговый уровень, что его стоит воспринимать буквально. И посмотрите: у нас порог, по крайней мере, до по настоящего момента 22 балла. Ну, собственно, база вот 28 баллов. Получается, да? То есть дети с довольно низким уровнем в 11 классе, а в школе, просто в обычной школе, да, получить уровень B1 даже довольно сложно в 11 классе. Ну, все-таки все условия, учебники и так далее, ну, в общем, не, не просто это, скажем так, да и дети будут справляться с экзаменом все хуже и хуже. И я не знаю, действительно ли дети с уровнем А2, А2+, и даже Б1 смогут ли набрать хоть какие-то приличные баллы, нужные для поступления. У меня теперь вот как, конкретно такой вопрос возникает. То есть если до этого, ну вот, 45, я, значит, не ошиблась, и плюс повышены 13, по-моему, баллов, а, ну, а и высокие, соответственно, там, сколько, 42, да, балла, получается, остается. Так вот, распределение в перспективной модели совсем другое. Посмотрите, то есть если у ребенка подразумевается, да, что есть B1, то всего можно набрать за базовый плюс повышенный 46 баллов. Ну, не так уж много, да, это и то при идеальном выполнении этих всех заданий. Я, конечно, понимаю, что средний балл в этом году выпускников довольно высокий но как то вот знаете перспективная модель как то орёт что то типа давайте вы не будете сдавать егэ по английскому если у вас уровень не очень да? ну и судя по всему к этому все и идет в общем, как-то печальненько становится, когда изучаешь вот эти все замечательные таблички, да, то есть э, просто, когда в этой в эту реальность погружаешься. Вот если вы работаете в школе и хоть, хоть каким-то образом готовите своих ребят к ЕГЭ, вы знаете эту ситуацию очень хорошо изнутри, да, насколько это сложно вообще сделать, особенно сложно это сделать с помощью имеющихся у вас учебников, потому что школьные учебники все-таки никак не заточены на подготовку готовку, да, там даже в Spotlight, я помню, эссе было, и оно даже не того формата, что надо. Ну, просто, да, учимся писать эссе for and against, чего бы нет. И сейчас ситуация будет еще хуже, потому что если эссе, да, можно как-то было еще переделать, да, все равно учили ребенка писать эссе, хоть в каком-нибудь виде, но размышлять и подбирать аргументы учили то сейчас будет э, просто печалька. А, да, я знаю, что она это говорила, но чтобы вот так вот, вот просто... Э, ну, жестоко, жестоко, скажем так. Ну ладно. В общем... Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности, но это понятно. Это было и до этого, это не удивительно. Продолжительность экзамена увеличивается на 10 минут. Я про письменную часть сейчас. Ну, 10 минут это не так уж и много. <laughs> я не могу сказать, что я справилась со всей этой демо-версией да, за намного большее время, чем с предыдущей демо-версией. Нет. То есть, в общем и целом, Время ну, хватало, но были задания, конечно, такие себе. Особенно в устной части, но к устной части мы пойдем чуть позже. Да? Вот на устную часть вместо 15 минут сейчас выделяется 11. Там всего 3 задания теперь вместо 4 в этой перспективной модели. Но я могу так сказать, что 11 минут это, по-моему, как-то тоже очень-очень жестоко. Ну вот, собственно, здесь дальше перечислено оборудование. Оборудование никак не поменялось. Точно так же, да, на письменной части нужно средство воспроизведения аудиозаписи, а на устной части то же самое компьютер, да, с гарнитурой. Ну, здесь как оценивается это все, это на самом деле не так важно. Там дальше это все есть и в ответах, и в критериях. Ну и вот что проверяется и распределение заданий по уровням. Вот по поводу распределения заданий по уровням у нас, например, в части аудирования и чтения базовое задание только одно. Это первое задание, где нужно, собственно, заполнить табличку. Вот это задание такое прекрасное на самом деле. Вот, вы, наверное, уже смотрели, да. Просто послушать сплошной аудиотекст это как бы электронное сообщение на автоответчик. Ну и заполнить вот эти пропуски. Надо записать просто одно слово. И все. То есть здесь, как в ОГЭ, ничего сложного нет. Просто одно слово: ну, если у кого проблемы с правописанием, с орфографией, ну там да, дети будут терять баллы. Но на самом деле задание легкое. Ну оно и задание базового уровня оно правда легкое. Дальше true, false, not stated. Его не убрали, но ну, видимо решили, зачем убирать клевое же задание. Не знаю, насколько оно клевое в исполнении именно ФИПИ. FIPI там не всегда очевидно, где false, где not stated. Вот всегда есть какой-нибудь такой вот спорный момент, когда они своим перефразированием, кривоватым, мягко сказать, да, делают задание, знаете, таким очень неоднозначным. Ну ладно, true, false, not stated, у меня здесь проблем вообще не возникло, да, то есть понятно, все, все хорошо. Вот то самое восьмое задание, которое вызвало столько вопросов, оно не было сверхсложным. Да? То есть, ну, как бы вы, если слышите, если вы читаете, то, в принципе, текст более или менее понятен. Но я, могла, я могу так сказать, он понятен был мне. Потому что у меня с языком все-таки очень даже неплохо, я бы сказала, да, так нескромно. Но уровень C1-то есть. А теперь вопрос к детям. Вот да, у детей все будет хорошо с этими текстами, потому что здесь, когда я читала этот текст, меня не покидало такое прекрасное ощущение, что вот проблема не в отдельных словах высокого уровня вообще, а проблема в самой организации и даже в целых предложениях, где если не знать вот этого конкретного выражения, то у тебя будут проблемы с пониманием. Вот если у вас возникло такое же ощущение, можете, пожалуйста, сюда да, как-нибудь что-нибудь написать. То есть у... вот всегда да, мне говорят, да как же это, этот текст неправильный, он слишком сложный, там вот есть такое-то слово, оно относится к уровню C2. Незнакомые слова есть всегда в тексте, это нормально, проверяют языковую догадку. Но вот помните, когда я делала разбор, допустим, пособия Бадони, я вам показывала там вот просто сплошняком абзац, состоящий из таких слов и выражений, которые ребенок в девятом классе знать просто не может. И эту часть текста он просто не поймет. Не в отдельных словах там была проблема, да, не всегда незнакомые слова мешают понимать текст. Вот здесь текст именно сложен для понимания, если ты не владеешь прямо вот языком очень-очень хорошо. Я видела целые конструкции, причем именно такие, которые мешают понять текст, и причем именно в тех местах, которые как раз и нужны для ответа на вопросы. Вот это было какое-то такое интересное ощущение. Я не тестировала это на детях, сразу скажу, да, не могу сказать, что и как, как бы справились с этим дети, но у меня вот такое ощущение возникло, что тексты все-таки очень сложные для восприятия, и проблема не в отдельных словах, а именно в самих вот этих выражениях. Ну, в общем, да, это задание высокого уровня, но вроде как B2 а у меня возникло ощущение, что там как-то повыше, чем B2. Вот. Ну и как я уже сказала, вот эти вот таблицы, да, вот сначала мы слушаем, ставим сюда галочки, что из услышанного мы здесь можем отметить, да, потом читаем, ставим сюда галочки, потом нужную цифру ставим вот сюда. И в этом дети могут тоже уже запутаться. Хотя казалось бы, если галочки две рядом стоят, ставим там одну цифру, если там никакие галочки не стоят в строке, ставим другую, да, ну то есть здесь расписано все. Вроде бы не сложно, но детям придется привыкать довольно долго. Это это ладно, привыкать заполнять бланки это не так страшно, как не понимать содержание текста. Но задание это вот, как я уже сказала, да, оно очень странное. Почему мы слушаем, почему мы читаем и потом с этим ничего не делаем? То есть, ну да, это олимпиадное задание. Мне уже все коллеги сказали, но почему это с этим ничего не делаем дальше то есть после этого надо если уж мы интегрируем нормально да, надо сделать какую то ну, продукцию то есть написать что то или сказать что то ну логично было бы выразить какое то свое мнение отношение аргументацию хоть что нибудь да, какой то короткий текст ну с говорением здесь вряд ли бы что то сделать но хотя бы с письмом а так остается просто такой, расставил как-то галочки, и молодец, не расставил, ну, угадай-ка и напиши, и все. И что? То есть дети, которые просто хотят испытать, скажем так, судьбу, они будут проставлять вот эти галочки и цифры рандомно. Вообще не будут тратить время. Да, для них время сократится экзамена, потому что им не надо будет тратить кучу времени на прослушивание чтения. Но вот смысл в чем этого задания? Я смысла вообще никакого не вижу. А, так, демо-версия будет осуществляться начиная с 2022 -го года. Ну да, естественно, и это написано везде, на каждой странице. Вот здесь не будет использоваться в 2021 году. Для этого на каждой странице и написали. А, но смысл задания очень странный. Да, это изобретение разработчиков ЕГЭ. Вот у меня тоже возникло ощущение, что это задание просто придумали, типа, а давай сделаем вот так, а зачем? Ну, прикольно же, а давай. <laughs> и все. Вот, вот, вот как это еще объяснить? Я не знаю как. Если вдруг разработчики когда-нибудь захотят рассказать, какой сакральный смысл в этом задании, пусть расскажут, я с удовольствием послушаю. Пока я просто смотрю на это и думаю, а зачем? Да? Вот этот текст номер 9. Напишите, пожалуйста, сейчас, кто решал, именно решал, не видел этот текст, а сам делал эти все задания выполнял или чьи дети выполняли. Напишите, пожалуйста, все ли было у детей хорошо с этим текстом, с этим заданием. Да, текст несложный на самом деле. А вот с заданием, с выполнением были ли какие-то проблемы? Разработчики смогут выполнить задание? Не, разработчики разрабатывают, а <laughs> выполняем мы. Скажите, пожалуйста, как вам этот прекрасный текст? Вот это задание. Я скажу просто, напомню, если вдруг кто-то не выполнял, да, раньше здесь были части предложений, сейчас здесь целые предложения. То есть изменилось. Сейчас это действительно чтение. До этого, ну, сейчас в данной демо-версии, которая у нас на 21 э, год, да, там у нас части предложений, и это скорее относится к разделу грамматика, чем к чтению, потому что все-таки, в первую очередь, мы вставляли отрывки грамматические, чтобы они подошли, и уже из них как-то это все со смыслом, да, коррелировалось. А, так вот... Стало сложнее, во-первых, сложнее из-за того, что здесь предложение. Э -э во, <с> почему в ответе 8, а заданий 7? Да, это первый вопрос. Ну, опечатка. Я говорю, очень много опечаток в этой перспективной модели. Очень много опечаток. Вот, я, но не срослось. У кого еще не срослось с ответами? И проблема не в цифре 8. У кого еще с ответами не очень? Так вот. На это задание, наверное, я убила больше всего времени, что для меня, в принципе, было удивительно. Как так? Вот текст, вот, например, да, вот под э, буквой Б, например, очень много можно было поставить. И в любом случае, чтобы там не поставить ни один из вариантов, не казался максимально логичным. Такое ощущение, что текст просто отрубили. Вот, понимаете, взяли какие-то рандомные части, и он не читается как единый текст. Просто вот взрыв мозга какой-то. В итоге на пятое или шестое, или какое-то, я уже не помню, там, прочтение у меня вроде сложилось. Но с ответами... Так в итоге не срослось полностью. То есть, либо там в ответах опечатка не только в цифре 8, либо этот сам, это само задание не очень решаемо, мягко говоря. Да? В общем, эти отрывки просто ад. И если бы я делала, если бы я разрабатывала это задание, я бы сделала уж тогда, как в международных экзаменах, ну не одно уж предложение, да, а хотя бы несколько, такой микроабзац э, сделать хотя бы, чтобы, ну, было какое-то начало, конец, да, и так далее. Ну, либо какие-то предложения, которые действительно можно туда вставлять, и вот если не это там стоит, смысл как-то вот теряется, да, логика нарушается. Вот здесь в некоторых местах логика нарушается в любом случае, что бы ты туда ни поставил. И это очень странное задание, вот это вот мягко говоря, да. Говоря, например, про архитектуру. Вот, вот здесь опять old buildings, бла-бла-бла, дальше. Unique mixture of historical and architectural monuments, и так далее, дальше. Опять it's buildings, бла-бла-бла. Вот не в том проблема, что везде там buildings, и так далее, вроде бы все про архитектуру, да, а в том, что отрывки вот сами по себе, они как будто вот чужеродные, вот понимаете, вот просто чужеродные. Непонятно, что произошло с текстом. Я не искала оригинальный текст. Возможно, он действительно длиннее намного, да, и там, если не выкидывать те куски, было бы логично. Но факт остается фактом, с этим заданием явно что-то не так. Вот правда что-то не так некорректное задание. Ну, если не я одна считаю, что это некорректное, значит, все-таки оно некорректное. Потому что, вот вы знаете, да, у меня вроде и с логикой проблем нет и так далее, но когда начинаешь решать, и когда читаешь, да, комментарии других коллег, которые говорят, что-то здесь вообще не то, явно не то, ты начинаешь понимать, что да, это не во мне проблема, не в том, что я вот сейчас конкретно не могу это все сделать, а в том, что проблема в задании. Вот как это так? Uh, у меня там в ответах вообще просто я говорю когда читаешь ответы ты думаешь что вот вы серьезно сейчас в общем uh, там явно куча каких-то опечаток вот начиная серьезно с цифры 8 то есть 7 вариантов они там 8 куда-то влепили но это вообще знаете это за гранью добра и зла ну хотя бы на этом уровне то можно было не допускать таких опечаток ну ладно окей. В общем, задание это просто какой-то ужас. Ну, окей, ответы: да, это просто нечто. Это просто нечто. Ну, и само выполнение заданий вот серьезно, сидишь, ты пытаешься вот так вот подставить, и... и что? И у тебя не сходится. То есть, понимаете, как будто части пазла просто не, не от этого пазла. Это очень странное ощущение, да. Вот вот. Ну, они знакомят нас с форматом, но если нас знакомят с форматом, понимаете, надо хоть как-то сделать нормально, а не, как, знаете, эти потемкинские деревни. Типа, мы сейчас вам покажем, как должна выглядеть деревня. Но если вот хотите показать, ну, давайте уж модельки сделайте, а не просто вот этот один фасад, как доску. Ну, просто я считаю, что сделано это было на коленке. Ну, серьезно, на коленке. Да, может быть, вы первый и последний раз видите, как я возмущаюсь демо-версией, но правда, что за фигня вообще? Да, возможно, за чашкой чая решили и на салфеточке как раз и набросали. Ну, я не могу это просто понять и принять, как это все там сделано. Да, там другие части какие-то пропущены. То есть над текстом вот поиздевались просто. А, вот. Так, такое отношение ко всем. Ну да, то есть я не понимаю, что это такое. Понятно, что мы как преподаватели ко всему приспособимся и учеников всему научим. Но блин, вот нельзя было хоть как-то нормально это сделать. Пока я не вижу здесь нормального. Идем дальше. Третье задание, вот как оно было, третье чтение, так оно и осталось. Только сейчас это задание номер пять, как бы в разделе аудирование и чтение. Ничего здесь особо не поменялось. Сам текст достаточно простой, но некоторые вопросы, скажем так, ну не то чтобы в тупик поставили, но вот здесь вот последний абзац, как-то вот, 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 вот эта вот часть и последний вопрос, как-то у меня здесь возникли сомнения, смутные сомнения меня потерзали. Вот, но ну, э, это ладно, да, то есть в общем и целом, когда перечитываете, вроде бы все хорошо, но детей становится все более и более жалко. Правда, вот-вот, да, обидно за все образование, которое строилось годами, теперь перекроили. Ну, я не знаю как вот просто если бы этому хотя бы учили, я, я бы еще поняла, что это же и проверяют. Но когда вот это вот ум с сердцем не в ладу, это странно, но ну, серьезно. нас учили, я не знаю, работать. Ну, не знаю, нас учили одному, а это другому. На сайте американский центр Краснодара есть этот текст про Казань. Ну я посмотрю потом. Ну, в общем здесь особо ничего не поменялось. В общем и целом здесь можно с этим заданием справиться и нормально, нормально. Раздел Грамматика и лексика. Вот очередная просто боль. Грамматика осталась неизменной. Вот как был текст, да, так текст и остался. Слова также надо поменять. Ничего не усложнили. Задание базового уровня так и осталось. Здесь все хорошо. Вот вообще супер. Сделали и сделали. Да, вернули все как было. Но вот это задание, оно просто убийственное, если честно. Текст с ошибками. Это уже, вот как-то, знаете, мягко говоря, напрягает, что дети читают ошибку и мо... с ошибками и могут это все запомнить. То есть надо здесь фактически прочитать э, вот эти все предложения и найти в каждом предложении есть ошибка или нет ошибки. Вот я бы, знаете, еще поняла, что да, в каждом предложении есть ошибка, найдите эту ошибку. А здесь еще двойная угадайка. Во-первых, определите, есть она или нет, а во-вторых, определите, вот если есть, то где она конкретно, какое слово там лишнее. Ну, окей. 24 сразу, да, такое не самое очевидное для детей. Нет, дети, возможно, да, и должны это все знать, но просто зла на это задание не хватает. Просто не хватает. Да, в 24-м я не сразу нашла, все остальное сразу нашла, то есть здесь без каких-то проблем. Но текст с ошибками. Нет, я понимаю, если очень хотелось поиздеваться над международными экзаменами, да, вот, вот это вот сотворили, это что, удовлетворили свою потребность. Да, было давным-давно в ФСИ, сейчас нет. А почему нет? Потому что некорректное задание. Если Кембридж отказался, а там это все изменения, знаете, тоже не, не на коленке. Сначала тестируют, там делают это все, да, обкатывают. А тут вот просто взяли и все. Зачем? То есть у кого-то книга старая завалялась или что? Что происходит вообще? В общем, если бы очень хотели что-нибудь из международных взять, ну вот сделали бы просто пропуски, да, и в пропуск надо было вставить слово. Ну вот ну нормальное же задание, да. Э, в одно, вот в этом задании надо вставить, выбрать из вариантов, а здесь самому просто вставить. Ну вот нормальное же задание, нормальное. Сделали бы такие слова, такие средней очевидности, да? А, вот. И все, и дети бы сами вписали. Ну Но нормальное же было бы задание. То есть в каждый пропуск надо вставить слово. Нельзя оставлять просто пропуск, нормально, да? Но нет, обязательно надо вот сделать что-то через, в общем, как в анекдоте про Париж. Вот. Ладно. В общем, это задание, это просто какой-то какой ужас. Вот с одной стороны, да, на первый взгляд смотришь такой, о, ну тут-то поинтереснее будет. А когда просто начинаешь думать о том, как ты вот будешь готовить ребят, да, как это все объяснять, это просто обвинят в копировании Кембридж. Ну да, у ЕГЭ свой путь. А можно было бы объявить, что это их путь. И все. И Кембридж до них не доберется. Ну уж камон. В общем, да. Ладно, не будем кипеть. Данное задание тоже особо не поменялось. Всем знакомая вот эта вот грамматика-лексика, да, вот эта лексика выбора из четырех вариантов. Я бы не сказала, что его прям сильно усложнили. Практически те же самые задания. Вот даже вот этот speak, talk, tell, say, вот все осталось, да, и вот даже вот эти nevertheless, вот, 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 вот то же самое осталось. Хотя задание, да, высокого уровня. Ну осталось и осталось, окей. Письменная речь. Письменная речь это тоже цирк с конями. Ну ладно. Первое задание в письменной речи это у нас электронное письмо. И вот здесь все, кто готовит к КГ, наверное, выдохнули, потому что в УГ в этом году ввели электронное письмо. На самом деле те же яйца только в профиль, да, ну то есть убрали адрес и дату, убрали обязательную ссылку на предыдущие контакты. Собственно, все остальное это личное письмо, только без всего этого. Вот просто нормальное задание, скажем так. Но другой вопрос. Ну, письмо. Ну кто сейчас электронные письма пишет? Ну, серьезно, кто переписывается по электронной почте? Переписывается. Дру друзья по переписке. Да нет, пишут вообще короткие сообщения, ну, там, переписка ВКонтакте, не знаю, Фейсбуке, но такое, естественно, сотворить просто невозможно, да, в формате письма. Что еще можно сделать? Ну, я не знаю, я бы оставила эссе, ну, хотя бы, да, эссе, какое-то там мнение выразить, еще что-то. Ну, я не знаю, на что бы я могла это заменить, но, ну, хотя бы, а, отзыв! отзыв, репорт. Вот отзывы пишут все, и дети, и взрослые. Вот это бы можно было сделать. Но, да, как уже написали, у ЕГЭ свой путь, поэтому мы сделали электронное письмо. Да, никто. Вот, вот об этом. Эссе убрали. Зачем нам эссе писать? Эссе, наверное, тоже мало кто пишет, хотя, ну, я бы не сказала, что прям мало кто. Какое-нибудь сопроводительное письмо, рассказ о себе, ну, не знаю, автобиографию странно было бы писать. Ну, в общем, электронное письмо оставили. Я-то, я понятно, рада. Ну, как бы, что письмо осталось. Почему? Потому что, во-первых, да, это легкое задание. Дети... Все-таки по всем учебникам, любым учебникам, хоть спотлайт, не спотлайт, с написанием письма знакомы. Вот хоть где-то можно выдохнуть. Учитывая, что убрали этого монстра ген, который, в принципе, да, вызывал недоумение, ну, стало еще легче. Хотя вот эти вот задай вопросы там про дядю, это осталось. Ну, ладно, про дядю, так про дядю, что ж теперь? Да, в компаниях пишут деловые письма, но все-таки у нас выпускники, мне кажется, странно писать деловые письма выпускникам. Я бы оставила какой-нибудь отзыв. Вот отзыв это прямо самое, наверное, ну, в жизни то, что пригодится, потому что отзывы пишут все. Отзывы нужны реально всем. Поэтому я бы, конечно, оставила. Отзыв. Точнее, не оставила, а ввела. Мы устарели, вернее, разработчики с электронным письмом. Да. Ну, они такие, типа, вот дети не пишут бумажные письма, а давайте электронные. Они, наверное, теперь по электронке переписываются просто. А -а -а -а. Ну, ладно. А, да, сколько эссе разбирали на курсе, еще, кстати, будет. <с up> по крайней мере, практикум по эссе у меня никуда не пропадает, я его точно буду проводить. Ну ладно, письмо у нас осталось. Оно как бы электронное, но мы же все понимаем, что оно как было личное, да, так и осталось личное. Просто адрес не пишем, эту дурацкую ссылку. А теперь, что будет вместо эссе? Значит, смотрите. Вместо эссе мы описываем графики. Насладитесь, пожалуйста, видом этого задания. Я его вот так вот вам покажу. У нас везде мы делаем с другом проект. И здесь проект, и в устной части проект. В общем, одни сплошные проекты. Ну ладно. Есть две таблички. В этих табличках примерно одинаковые данные, но с разными процентами. Что нужно сделать? Нужно изучить эти две таблички с датами и написать 200-250 слов, используя план план жутко напоминает эссе, но не до конца, не до конца. Значит, что мы делаем с этими данными? Значит, мы делаем какое-то утверждение по теме нашего отчета. Утверждение, ну, видимо, что-то вроде и мальчики, и девочки очень любят читать книги. Я так представляю себе вот примерно это. Дальше. Надо систематизировать информацию, э, ну да, выбрав и отчитавшись по двум-трем главным пунктам да главным чертам. У меня вопрос: Вот здесь шесть строчек. Какие из этих строчек можно считать главными, а? Ну серьезно. Ну, то есть, как бы. Что, блин, что происходит? Ну, серьезно, то есть я просто рандомно выбираю э, там две-три строчки, которые я хочу сравнить. Например, я хочу сравнить приключения, там, комедии и там спортивные какие-то истории. Или что? Или какие считаются главными? Те, у кого проценты побольше, или что? Я вот сразу не понимаю. Материться, ну, как бы нет, но мы думаем все равно этими словами уже, мне кажется. Вот, да-да-да, по ходу заголовки неохота придумывать к эссе. Uh, вместо эссе «Алтс Академик» в «Диком Викторе». Да-да-да. Дальше надо сделать 2-3 сравнения, там, где, ну, как бы, которые являются, вот-вот, where relevant, это там, где эти сравнения уместны, что? Вот чем вот это вот summarize, да? То есть вот здесь надо систематизировать. Что мы систематизируем вот здесь? Что? Какие две-три, два-три пункта мы систематизируем? То есть и... я не я не понимаю, что они реально от нас хотят. Критерии мы посмотрим, да? Выразите свое мнение. Вот вайлдс, когда графики описывают свое мнение, не выражают. Вот здесь как они хотят? Что, я, я считаю, что девочки читают, ну, не знаю, у девочек в книгах хороший вкус лучше, там, лучше вкус, чем у мальчиков? Или что? Что я должна написать там? Вот, вот что? Вот э, э, это как? А, так, не соглашусь, что все пишут ревью в ПЭТ письмо и на выбор статья или история. Uh, нет, я не говорю, что все пишут ревью, но это, по крайней мере, навык, который пригодится. Это навык, который пригодится. Uh, так, критерии оценки посмотрим. Целую армию экспертов до да экспертов, то ладно, переучивать. А uh, детей вот как вот этому обучать? То есть эксперты проверяют то, что делают дети. Да? Дальше. Uh, с учениками понравилось... Понятно. Ну, я не знаю, что понравилось, правда, и как вот это вот все. Пока у меня вот от этого задания одни вопросы, вот ответов просто нет пока. Еще и график нарисовать. Зачем график не надо рисовать? Надо заключение. Вот. Ну, в заключении это понятно, хотя, опять же, нет, не очень понятно, что писать. Какое заключение? Типа, ну вот я сравнил вкусы мальчиков и девочек в плане чтения, что... То есть, как это должно выглядеть? Вот понимаете, в международных экзаменах есть хендбук. Да? Кто готовит, тот знает, что это такое. Это вот примерно там работы представлены, да, как должны выглядеть с анализом, с разбором, с отметками какими-то вот по каждому критерию. Здесь как это должно выглядеть, я даже не представляю. Ну, то есть представляю, но очень-очень смутно. Вот. И, короче. Пока я, я даже не знаю, что конкретно писать, не, я-то, конечно, написала в итоге э, это произведение, да, я писала себе и устную часть хотя бы прикинула, и вот это вот я писала, да, видите бум... <смех> бумажки <laughs> зачеркнуты. это, видимо, матерные слова были, короче, это что-то странное общество знания, что у них тоже есть анализ подобный. Ну, вот надо, видимо, смотреть общество знания. Да, 200-250 слов. Что там можно на 200-250? Я понимаю, там эссе, да, там аргументы расписываешь, там все очевидным делаешь. А здесь что писать? То есть, ну, как бы цифры говорят сами за себя. Или надо что придумывать? Вот, короче, у меня нет слов, одни цифры просто одни цифры, ну и разные символы. Петицию так по, э, не то что петицию, на ФИПИ надо просто это все писать. Нет, свое произведение я почитать точно не дам, точно нет. Uh, задание из двух частей, ну типа на выбор, хотя на самом деле это просто выберите, да, что-то вроде там гильотину выберите или смертельную инъекцию, вот примерно так вот, потому что это задание абсолютно одинаковое, просто таблицы по разным uh, темам и в разных видах, но на самом деле одно и то же, ну вот вторая, да, вторые таблицы, ну и что это вообще? Дополнительная схема нет. Ну вот сейчас я вам покажу все это дополнительную схему. То есть фактически задания абсолютно одинаковые, да? только разные темы. Типа какая тема больше нравится, на ту и пишите. Но это просто ужас. Кто-то защитит диссертацию, возможно. План тот же самый, все. Но в общем это задание оставляет кучу вопросов. Дальше идут тексты для аудирования, ну это как бы это всегда есть такое здесь. Дальше система оценивания, система оценивания и ответы, да, как должны выглядеть ответы, то есть как оно должно быть в итоге. Ну здесь ничего необычного. А вот критерии и схемы оценивания выполнения заданий. По письму. Ну, все то же самое, кроме того, что, что у нас изменилось. Ну да, убрали обязательную ссылку на предыдущие контакты и убрали адрес. Ну, то есть, так же, как в УГ теперь это все. Дальше в письме, то есть в личное электронное письмо, вот убрали только эти элементы, все остальное не изменилось, да? Дополнительная схема на письмо такая же, как и на ОГЭ. Фактически, единственное, да, что здесь 6 аспектов, потому что еще надо задавать три вопроса ну, на заданную тему. Все. В остальном схемы ну, практически идентичны. В таблицах строчки местами поменяли. Строчки местами поменяли. Это в смысле, где они там строчки поменяли местами. Так, ну это ладно, это потом, если что, поясните. Дальше. Вот критерии оценивания задания 38. Графики. Да, да, вайлс, описание графиков 150 слов, да. Здесь что 200 в 250 писать тоже интересно. Так вот, вот критерии оценивания заданий 38. Вы не поверите, что это за критерии оценивания заданий. Они такие же, как в эссе были. Они такие же. Абсолютно такие же критерии. Только. Вот здесь э, одно-две ошибки, вот три-четыре, вот это вот, э, столбик организации текста, здесь не стали больше ничего расписывать, все, то, то есть э, здесь осталось так. А так критерии те же самые, ну ладно, окей, то есть критерии эссе оставили. А строчки, да-да, строчки не в том же порядке у мальчиков и девочек, понятно, ну потому что они идут по цифрам, да, поэтому жанры немножко в другом порядке. Так вот, дополнительная схема оценивания вот этого задания 38 – она вам не поможет вообще понять, что требуется от вас. Потому что вступление, тема письменного высказывания сформулирована правильно. О чем? О мальчиках и девочках, любящих читать? Ну окей, дальше. Информация, данная в таблице-диаграмме, обобщена. Два-три основных факта отображены. Опять же, какие эти факты основные? Там шесть фактов. Какие из них основные? Дальше. Сравнение двух-трех существенных фактов. Просто вот, вот что? А, ну да, вот так, я же говорю, да, на коленке сделали. Записалась на январские курсы экспертов. Ну, я же еще раз говорю, что не факт, что это будут принимать вот... вот вот так вот. То есть, скорее всего, самые неоднозначные задания в следующем году просто не пройдут. Да? Будут внедрять постепенно. Я на 99% уверена, что электронное это письмо как раз-таки внедрят. А вот, вот эти графики, мне кажется, нет. Хотя посмотрим. Да, основные существенные. Вот что это? То есть существенные факты. Но вот здесь сравнение... А вот здесь, да, просто информация обобщена. Ну, то есть, я так понимаю, что обобщаем, да, примерно берем одни и те же проценты, где вот почти совпадают. Мы это все в аспекте 2 отражаем. А там, где совсем разные, там мы, видимо, делаем сравнение, ну, как еще, чисто по логике. В общем, миленько очень. Дальше мнение автора по поводу чего. Так, вопрос у меня остался. Да, о чем надо сказать? О том, что я считаю, что все эти таблицы ерунда, а на самом деле мальчики и девочки предпочитают другое или что? Или я больше согласна с данными там по мальчикам или по девочкам, что хотят? В общем, опа. Верните любимое эссе. Ну, как, эссе так не любили, так не любили коллеги. Говорили, хоть бы это эссе дурацкое убрали. Но, мне кажется, уже все. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну да, и в конце вывод сделан. Стиль Опять же, должен соблюдаться нейтральный стиль. Ну и вот оценивается, что дальше. В общем, дополнительная схема ни разу вам не поможет. И вы так и не узнаете, как должна выглядеть работа. Ну, разве что ближе к 2022 году, вот к самой сдаче экзамена, в методических рекомендациях, когда эти задания уже там будут как-то, не знаю, описаны, что обобщать, что там сравнивать, может быть, только если там. Но что-то, мне кажется, вряд ли. Ну ладно. Видимо, разберемся. Должны быть какие-то пояснения. Ну, кого я обманываю, ладно. А дальше. Вот это вот приложение 4 и приложение 5 меня повеселили на самом деле, потому что они идентичны. Просто идентичны. Что это было, я до сих пор не знаю. Может быть, тут надо 38,1, 38,2 поставить было. Но, в общем, что, что это такое? Я же говорю, реально на коленке сляпали. Просто вот такое тяп-ляп, что я просто в шоке даже. Ну и как считают слова? Здесь вообще ничего не изменили. Вот, ну, ну, циферки, да, заменили задание 38, да, вот-вот, все такое. Причем... Если в ответе на задание 40... Ну, ребят, ну серьезно, камон. У вас 38 заданий. А тут задание 40. Что происходит? Ну, то есть, ну, вот так вот. Все предыдущие пособия в топку. Да еще пока ничего не в топку. Это, видимо, нам показали, чтобы мы начали писать письма в ФИПИ. Просто ФИПИ, видимо, скучно, да? Полковнику никто не пишет. А сейчас возмущенные коллеги начнут забрасывать ФИПИ письмами, типа, ну дорогие господа а можно вводить изменения постепенно ну или как вы там хотите написать вот как то так а, Так что вот такая прекрасная письменная часть а, так шок ну нет у меня нет шока у меня другие состояния вопрос продолжать ли готовить какие-то задания в прежнем формате? Ну, естественно, если вы готовите 11-классников, все в том же формате, еще раз, да, не будет использоваться при проведении ЕГЭ-2021. Вот, полковнику, да. А, да, составители ни дня не проработали в школе вообще, они не видели, они даже учебники не открывали. Вот давайте я вернусь к вам просто пока на экран и еще раз проясню кое чего да. Значит, вот это вот все сразу, вот в том виде, которым вы сейчас увидели, ну, не примут. 99% вероятности, что вот этот весь кошмар сразу не примут. Десятый класс, если у вас, вы их, пожалуйста, просто пока учите языку. Формат не трогайте, потому что какой будет на самом деле формат в 2022 году, мы узнаем только в августе 21 когда выйдет демо-версия. Это только перспективная модель. Но ну, это вот знаете, я художник, я так вижу. Мы сейчас художнику объясним, что его видение слишком экстремальное для нашего времени. Да, и художник там чего-нибудь подправит. И будут постепенно внедрять. Возможно, все эти изменения внедрятся в течение нескольких лет. Возможно, какие-то из них никогда не увидят свет но вот это вот все выложили, чтобы мы сейчас как-то на это отреагировали, ну и собственно, видимо, объяснили про связь учебников детей и экзаменационные модели, что она хоть какая-то должна быть, да, что вот этот треугольничек нельзя потерять, а то у них как-то это болтается все, не там и не то, вот. Может, ФИПИ решили хайпануть? Я уж не знаю, видимо, да. Так, волнует 10 класс. С 10 классом пока учите только язык. Формат э, дело наживное. Ну, то есть, когда увидим в августе демо-версию, там мы будем уже определяться, что делать конкретно, чему учить. Формат можно освоить за год это точно, даже за меньшее время. То есть можно, можно, если язык есть. Вот и все. А, так, э, чтобы в августе. Так, демоверсию по закону, я уже забыла, как он называется, этот самый, приказ Минобр науки-то, должны публиковать до 1 сентября. Так что в августе, в августе, не переживайте. <laughs> вот. Так, какой год такие художники? Да, я не говорю, вообще, знаете, когда увидела демоверсию, когда я решила вот это, вот все, сразу у меня возникла мысль, какого художника потеряла Россия? Ну, в общем, что-то печально. Ковид на всех подействовал. Я уж не знаю, что там подействовало, но в общем отжигают не по детски. То есть вроде бы задумка хорошая, вроде бы изменение это в лучшую сторону, по крайней мере планировалось, но оно как-то, знаете, как демоверсия курильщика какая-то пока получилась то есть задумка-то хорошая а реализация так себе но ну, это вот как я если сейчас приду в большой театр на скрипочке сыграть намерения-то у меня хорошие а вот умение такое себе вот а, сейчас пойдем посмотреть устную часть там тоже весело Спасибо. Ну, я стараюсь разумно и радостно реагировать на это все, хотя пока не очень получается разумно и радостно. Идем смотреть устную часть. Устная часть это, товарищи... В общем, белая полярная лисичка. Вот по-другому, наверное, не скажешь. Вот как-то очень-очень весело. Да, вот, кстати, вот чье это Черномырдин, да, по-моему, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот это вообще однозначно. Сейчас буду вас удивлять моделью устной части. Чтение текстов вслух. Встречайте, любите и жалуйте. Я до сих пор не могу понять, зачем, потому что вслух мы читаем, ну, чуть реже, чем никогда. Ну, ну, серьезно, в обычной жизни мы очень редко читаем на английском вслух. Ну, окей, допустим, допустим, вот пусть будет, да... Да, если бы хотели как лучше, начали бы с учебников. Ну, не получилось. Но смотрите, что здесь получилось. Вот давайте сразу к критериям пойдем, чтобы вы ужаснулись. Текстик вроде бы нормальный, да. А давайте посмотрим в критерии и поймем, что это трэш. Итак, критерии. Теперь можно получить 4 балла. И коллеги некоторые даже сказали, У, круто, 4 балла, но нет, нет. Ну да, видимо, для чтения докладов на международной конференции. Хорошо, за что вот это вот? Сейчас мы оцениваем интонацию отдельно в задании базового уровня и произношение. Причем... Просто, вот, знаете, я, я не знаю, за что, что сделали бедные дети разработчикам, что вот это вот сейчас э, сотворили. Вот, Кристина, да, у меня только одна мысль. Вот, вот именно это, чтобы мы поняли, как было хорошо. Значит, смотрите, как оценивается интонация. В принципе, это и было прописано до этого, да, просто не отдельно. Если речь воспринимается на слух легко, необоснованные паузы отсутствуют, и фразы выдарения, интонации, да, без нарушения нормы, то ставят 2 балла за интонацию. Вопрос. Есть отдельные нарушения интонационной нормы. Это сколько? Вот здесь. Из-за большого количества неестественных пауз, запинок и бла-бла-бла-бла. Вот до сих пор было либо 1 балл, либо 0 баллов, да, и в этом году все еще будет либо 1, либо 0. Ну, там как бы понятно, да, то есть если ребенок на каждом шагу запинается, и вообще у него, скорее всего, и в произношении слов ошибки. Но это обычно одно и то же. Теперь, как это оценивать? Сколько это большое количество? Отдельные это сколько? Вот здесь все понятно, отсутствуют. Необоснованные паузы вообще отсутствуют. Тут все идеально, да, тогда ставим два. Вопрос, какие дети прочитают текст идеально? Те, которые учились по бонку, <laughs> что? Эм, ну, видимо, в дополнительной шкале, конечно, будет прописано, но это не точно. Э, так. Ученица умница, но заикается. Э, для детей с заиканием там отдельные условия всегда были и, я думаю, всегда будут. Но по поводу интонации, да, возможно, будут проблемы. Так вот, это ладно. То есть 2 балла получить, ну, скажем так, не очень легко. А вот разница между единицей и нулем не слишком-то прозрачная. Произношение. Одна фонетическая ошибка на 2 балла. Серьез? Вот просто серьез ли? Ну, как вы, <laughs> в общем. 4 балла получить можно, но только если вы... Я уж не знаю, кто. Короче, идеал, видимо. Бенедикт Кембербеч, который читает вот это прекрасное стихотворение, которое прочитать очень сложно. В общем, если вы не Бенедикт Кембербеч, даже, наверное, не надейтесь получить баллы за чтение текста вслух. В общем, 4 балла порадуют не всех, далеко не всех. В общем, 2-4 фонетические ошибки. Из них 1-2 грубые, да, искажающие смысл. Это на единичку. На 0, 5 ошибок и все. Ну, да, можно, но да, невозможно. Короче, это как, знаете, кормление, леса и журавль. Помните эту сказку, да? Казалось бы, каша есть. Ешь, но что-то пошло не так. Вот здесь примерно так же. Мы вам даем 4 балла. Ну, это вот как с ипотекой, видимо. Мы вам даем ипотеку, но не даем. Вот. Теперь также с четырьмя баллами. Короче, весело-весело. Нет, я не говорю, что абсолютно никому никогда невозможно. Но согласитесь, вот как раньше, да, один балл и один балл, ну, скорее всего, или один, или ноль. Ну, чего там напрягаться? А вот здесь, казалось бы, ну, четыре балла уже стоит напрягаться. Но, опять же, стоит или не стоит? Если с интонацией все хорошо, да, в общем и целом стоит. С интонацией, с паузацией, ну наверное, стоит. А вот с произношением, ну, одну ошибку максимум, ну, не знаю. Есть, есть такие дети, они существуют, но не очень их много, тем более от волнения, тем более это первое задание, да, ты только сел за этот компьютер, ты нажал кнопку старт, а уже потрясывает. Это уже к третьему, к четвертому заданию они успокаиваются, а тут это, конечно, веселье то еще. Вот такие критерии оценивания задания номер один. Чтение текстов вслух. Задание, за которое разработчиков можно обнять. Это задание номер два. Это единственное задание, увидев которое, я просто кричала ⁇ Ура, наконец! Хорошее задание. Не, вопросы тоже были ничего. Вот на самом деле я бы оставила и вопросы по подсказкам, и вот это задание. Ну, то есть, нормальное было. Вопросы нам надо задавать в обычной жизни, то есть, выяснять какую-то информацию. Это нормально. Отвечать на вопросы, да, тем более, посмотрите, во-первых, здесь уже не одной фразой надо отвечать, а минимум двумя, там, да, на каждый ответ должно быть дано 2-4 фразы. Причем вопросы такие, ну, достаточно жизненные, нам надо отвечать о себе, да, но это как в ОГЭ, только расширенное такое, да? То есть э, задание хорошее, правда хорошее, и оно мне нравится. И вот к этому заданию у меня вообще вопросов никаких нет. Сделали классное задание. Вот казалось бы, могут же, когда хотят. Но не все, не совсем все получилось. Здесь также дается 40 секунд, да? Э, да, 40 секунд на каждый ответ. И этого времени вполне себе хватает любому ребенку. 2-4 фразы рассказать о себе, в принципе, можно. Можно еще как. Вот, здесь все хорошо. В принципе, детей на ОГ многие настраивали также. Вот. А, да, 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 и э, к заданию номер два написали тейп-скрипты э, к заданию три. То есть я говорю, вся вот эта перспективная модель полна опечаток. Это вообще просто ужас какой-то, но, в общем, целом-то задание хорошее и оценивается, вот давайте посмотрим сразу, да, вот задание оценивается ровно так же, как в ОГ за одним исключением, ответ должен содержать не менее двух фраз, вот, вот это вот единственная пометка, да, потому что в ОГ нет такого требования. В ОГЭ самое главное, чтобы ни слово и ни словосочетание там должна быть одна, да, такая полная фраза, одно полное предложение. Здесь надо не менее двух. Ну и все, да? то есть э, в остальном все хорошо. Ну в общем задание хорошее. Задание номер два это вот просто прекрасное задание, и я очень рада, что его внедрили. Теперь задание номер три. На первый взгляд, оно прикольное, такое свеженькое, интересное, но опять возникает куча вопросов. Если кто-то из вас пытался его выполнить, у вас скорее всего возникли такие мысли типа: а, что-то здесь не так, что-то здесь не очень. Значит, э, да, третье странное задание, смотрите. Опять мы делаем проект. Я же говорю, везде, в каждом задании мы проектами занимаемся. Значит, э, делаем с другом. Мы нашли иллюстрации, кстати, называется Life Without Gadgets и девушка с электронной книгой, действительно. Uh, ну ладно, хорошо, мы хотим поделиться новостями: типа, эй, друг, сразу я вижу вот эту uh, вступительную фразу, да, типа Эй, привет! Я нашел две фотографии к нашему проекту uh, такая шаблонная, прекрасная фраза. Uh, нам надо оставить вот это голосовое сообщение нашему другу. Uh, и вот за uh, через две минуты, да, нам надо будет uh, рассказать другу об этих фотографиях. Ну, то есть вроде бы это задание номер 4, только с другой немножко с другим планом, с другой формулировкой, да, немножко с другой целью. Но слушайте, надо говорить не более чем 2 минуты. Теперь поднимите, пожалуйста, руку, кто пытался выполнить это задание и записывал себя при этом на диктофон. Я даже когда составила письменный текст вот с этим вот всем, я не уложилась в две минуты, хотя я вообще говорю достаточно быстро. Не хватает, просто не хватает. А почему не хватает? Ну давайте пойдем по плану. Почему не хватает? Проблема в плане. Дайте краткое описание фотографий. Две детали, да, э, минимум две, причем релевантные детали, то есть относящиеся к теме ну то есть э, относящиеся к теме и важные для вот этого всего то есть что я должна описать мы сейчас не будем отвечать на вопрос что я должна описать мы сначала посмотрим сюда э, в чем эти фотографии различны опять же две релевантные детали минимум и вот здесь возникает вопрос э, как очень, так сказать, как сделать это реально так, чтобы не повториться. Здесь это в разы сложнее, потому что при описании, а нам надо, опять же, релевантные детали давать, если в предыдущем, да, вот сейчас то, что мы делаем, эта девушка, она стоит там где-то там, да, или она читает, или еще что-то, то нам здесь нельзя повторяться. А то, что я хочу описать, оно, в общем-то, и совпадает с различиями. Это как-то начинает напрягать, правда начинает напрягать. Вот я писала, писала, и в итоге э, написала, но это было сделано явно не с первой попытки да! Впихнуть невпихуемое в 2 минуты четыре релевантные детали. Причем э, во втором пункте они должны быть именно различия. Вот сходство и различие искать было гораздо проще, вот, вот намного проще. Различия какие, да? Девушка держит в руках обычную бумажную книгу, и она явно в библиотеке. Но это вот различие, да, она здесь держит электронную книгу, читалку, и а, сидит она, скорее всего, дома. Два минимум различия. Ну, казалось бы, задача выполнена. Тогда что мы скажем при описании? Релевантные детали, заметьте. Вопрос на засыпку. Итак. Как это? Вот что, что делать? Понимаете, причем я поняла бы, если фотографии действительно были какие-то вот такие очень заполненные деталями. А тут и деталей-то фактически нет. Что? То есть краткое описание фотографий. На первой фотографии мы видим, что много книжных полок. Мы видим людей сзади девушки. Это очень релевантно. Но как-то с этого начинать довольно странно. Так понятно, что решаемое, понятно, что без паники. У меня вообще паники никакой нет. Но это выглядит довольно странно задание. Да, то есть мы, как скажем, получается в описании это методом исключения. На первой фотографии я вижу девушку, которая находится среди людей. Там рядом с этими людьми, да, да, и девушка проводит время с удовольствием. Но вот правда, это очень странное описание. Я напоминаю, это не сходство, это описание фотографии, да. Я вижу девушку, которая которая проводит время с удовольствием среди других людей. Но, по-моему, она не с ними проводит время, и это очень как-то странно выглядит по логике. А на этой фотографии мы видим девушку, которая проводит время с удовольствием, и она сидит, а эта девушка стоит. Но это, блин, различие. Короче, очень интересная задача. Попробуйте. Очень увлекательно. Нет. В общем... Окей. Uh, okay. Дальше. Объясни, почему вы, вы, ты выбрал это фото, ш, эти фото, чтобы проиллюстрировать проект "Жизнь без гаджетов"? Я выбрал девушку, которая сидит с гаджетом, чтобы проиллюстрировать проект "Жизнь без гаджетов", потому что, не, я написала, я написала, uh, потому что я вижу, как она радуется, да, что у нее есть этот гаджет. В общем, без гаджета ей будет очень-очень тяжело, судя по всему. А эта девушка и так, значит, радуется жизни. Изначально ей гаджеты не нужны. В общем, ее жизнь без гаджетов и так прекрасна. Видимо, так. Потому что пока это очень-очень интересно. В общем, жизнь замечательных людей просто да что вы, почему сразу бред? Это просто фантазия, все очень жизненно, мы вообще проект делаем, все так делают и вообще <сёк> все очень жизненно. Да, они обе радуются. Одна жизни без гаджетов, а другая, потому что еще не знает, что ее ждет жизнь без гаджетов. А на первый это взгляд задание прикольное, а как только пытаешься его выполнить, ты понимаешь, что есть некие проблемы, которые придется обходить. Причем эти проблемы придется обходить еще более окольные окольными путями, чем сейчас. Вот. Да, на первом фото девушка уже потеряла зрение чтения, на втором фото читалка с технологией э, и Инк. поэтому зрение хорошее, видимо, да. Дальше выразите свое мнение по теме проекта. Я считаю, что тема "жизнь без гаджетов" ну видимо очень актуальная и прямо вот в точку, поэтому и мы, я так рад, что мы с тобой, дорогой друг, эту тему выбрали. Ну, как-то так, видимо, должно звучать, да? Короче, мнение будет явно клишированным сразу. Ну и с, э, предположи следующий шаг в своей работе. Ну, какой следующий шаг? Я себе сразу, вот первая мысль у меня была, следующий шаг, давай сделаем презентацию. Или следующий шаг давай систематизируем всю информацию, которую мы нашли. Или А давай подпишем фотографии там. Ну, в общем, короче, опять будет клише. Вот последние два пункта будут явно клишированными однозначно. Хотя, вот почему мы выбрали эту э, тему проекта. Uh, точ... Да, мне кажется, это тоже будет, не знаю, клишировано. Я выбрала эти фотографии, потому что они наиболее точно отражают чего-нибудь там. Хотя третий пункт, не знаю, посмотрим. Все от фоток зависит. Ну и заключение тоже будет, заключительная фраза тоже будет какая-нибудь клишированная, типа "That's all I wanted to say". Вот, так. Как это вообще это задание показывает знание языка? А вот здесь как раз знание языка конкретно... Я... Нет, понятно, что с языком, да, языковые средства придется выбирать, причем очень жесткий отбор будет, еще расстановка их вот, вот по всему этому своему высказыванию. Но это задание конкретно, что-то, по-моему, не с языком, да, не очень с языком связано. Да, картинки старого задания, план адекватно не смогли. В общем, вот, вот такая вот. Короче, веселое задание. Надо причем говорить не более двух минут. Вот здесь не более двух минут что-то как-то не очень получается. Причем Сейчас в задании 4 две минуты многим детям, ну, впритык, скажем так, да, то есть они, как правило, меньше минуты 30 вообще не говорят, ну, сложное задание. Здесь, э -э, мне кажется, еще сложнее, то есть я бы 3-4 минуты закладывала сразу. Почему в очках именно девушка с книгой? а такую фотку нашли. Поэтому мы не сможем это приписать к жизни без гаджетов и сказать, что жизнь без гаджетов фигня какая-то. Вот. Точнее, наоборот, наверное, нам надо сказать, что жизнь без гаджетов фигня и лишает нас зрения. Вот как-то так. Значит, 12-15 фраз нам надо сказать в общем. 2-3 фразы на каждый пункт плана, да, но давайте посмотрим в критериях. 12-16 фраз. Что это? Вот просто опять одни сплошные опечатки. Книги зло, ну, видимо, зло, не знаю. В общем, да, меня это тоже удивляет Марина, но я не знаю. То есть, везде 12-16 это что, копи-пейст, или там они забыли убрать, что не 12, 15, 12, 16, что вообще происходит? Критерии: то есть, теперь за это задание можно получить 10 баллов да, вместо 2 по 7. Раньше были маленькие по 3, да. В общем, ладно. Теперь 10 баллов можно получить, то есть 4 балла за РКЗ максимум, да, и по 3 за организацию и языковое оформления. Но критерии вроде бы лояльные, но не знаю. Ну да, вот у меня вот такое ощущение возникло, что просто имитация бурной деятельности. Потому что я вижу, что вот это сделано на коленке. Вот, казалось бы, вроде бы задумка неплохая, и начало неплохое, а такое ощущение, что никто не подумал, как будет выглядеть готовая работа. Вот просто, я почему не просто посмотрела все эти задания, да? Когда я выпустила пост и писала комментарии, я их только посмотрела. Сейчас в трансляцию я вышла только после того, как сама все это прорешала, почувствовала, так сказать, себя в, куре, в шкуре детей. И вот, что я хочу сказать. Фигня какая-то, камон. Да, дети, может быть, э, довольны, чьи-то дети, но по факту это очень и очень сложно подойти под все требования, а в некоторых заданиях вообще непонятно, что должно быть на выходе. Вот это описание графиков. Ну, попробуйте просто на 200-250 слов там насчитать. Из шести мелких строчек. Что вы там напишете вот на эти слова? То есть это как? Дополнительная схема тут тоже есть, но она вам тоже не поможет. Вот краткое описание фотографии, минимум две важные детали. И что, я это и в плане видела. Ну и различия показаны, да, минимум два важных различия. В общем, это просто нечто. Просто нечто. Ну что, вернусь я к вам на экран. <laughs> я думаю, что вы теперь посмотрели вот это вот все детально, увидели все эти критерии, увидели дополнительные схемы. Если вы особенно прорешали, вы, наверное, составили какое-то еще свое мнение, помимо того, что я вам рассказала на своем опыте. И что я хочу сказать? Значит, вот ФИПИ предлагает это все обсуждать. Но пока отдельного там почтового ящика или ссылку, где чего писать, там просто нет. Но на ФИПИ в разделе «Контакты» есть чудесный адрес почты. Если я не ошибаюсь, фипи собака фипи.ру, ну или типа того. Короче, там есть адрес почты. Так вот, я предлагаю начать тут писать туда письма. Но сразу говорю, да, чтобы они читали письма и принимали какие-то меры, надо писать не что-то вроде, да, что за фигню вы несете, или что вы курили, или да вы там совсем обалдели. Нет, мы не это пишем мы пишем туда, естественно, анализ. Анализ, то есть мы, я не знаю, кто особенно работает в школе, вам будет проще, потому что у вас на руках учебники, да, учебники за разные годы, как минимум 10-11 класс. Вот надо просто, видимо, сфотографировать в письме все это, описать, что таких заданий, или хотя бы задание, не одно задание в учебнике, не направлено на развитие таких умений, которые проверяются вот здесь. То есть описание графиков, да, вот в 10 классе где-то там одна страница. Ну окей, но опять же, если бы вся страна занималась по тем учебникам форвард, да, если я сейчас не ошибаюсь, я бы еще поняла. Но у нас не вся страна занимается по форварду, а в других описания графиков нет. Что теперь делать? Либо. Единый учебник на всю страну, либо менять учебники, потом это все делать. Короче, это просто ужасно. Поэтому нам надо сейчас Фипи писать свое мнение. Чем больше будет мнений, тем будет лучше. Я реально сейчас говорю, потому что я собираюсь точно писать туда гигантскую простыню, однозначно. И я думаю, что надо не одно коллективное письмо, а много разных писем, но прямо вот с таким анализом. Я не хочу сейчас формировать, знаете, такое единое общее коллективное мнение, потому что, ну, мне кажется, это все-таки неправильно. Да, у меня свое видение, у вас может быть свое видение, но на основании всего увиденного, услышанного, прочитанного, изученного и проделанного, вы можете, я уверена, аргументировать, да, какие задания можно модифицировать, какие задания нужно абсолютно убрать да, или чем-то еще заменить, какие задания оставить. В общем, надо будет проводить такой анализ. Может быть, конечно, и э, коллективно что-то будем обсуждать, не знаю пока. Но мне кажется, писем должно быть много, не одно письмо. Но ну, это, опять же, мой взгляд. Я не говорю, что я истина в последней инстанции, что я права, но, по крайней мере, мне так кажется. Усложняют. Так проблема не в том, что это просто сложнее становится. Если бы усложняли там по уровню владения языком, ну я бы еще как-то поняла, а усложняют именно в плане каких-то требований, причем я считаю эти требования, многие требования, неразумными. Просто вот такое, знаете, типа, а умеешь ли ты э, не просто играть на балалайке, а играть на балалайке стоя на голове одной рукой, да, еще при этом в ноге розу держа. Вот примерно так я себе представляю некоторые задания. Ну простите, вот э, должны по форварду. Так, э, ну добивается, то пусть добивается, но не сделают так. Ну да, я знаю в деталях. Я не могу сказать, что я все знаю по деталях. То, что я сейчас рассказала и то, что я сейчас показала, да, это то, как это вижу я. И я точно знаю, что не все коллеги согласны со мной. И мне кажется, это нормально. Да? Потому что еще раз, я не истина в последней инстанции, я не великий там, методист и не, тем более не тестолог. Но то, что я сейчас пока вижу, меня, мягко говоря, не устраивает. Не в том плане, что что-то поменялось. Я детей могу научить всему, наверное, да, как э, в известном фильме, да, можно и зайца научить курить. Вопрос только зачем. Я научить-то научу, но мне кажется, что надо все-таки сначала их учить с помощью учебников, а потом уже вот это вот все проверять. Ну, в общем, ужас. Uh, так, у Вербицкой было что-то подобное, когда показывала свой форвард. Вот есть же в учебнике. Ну вот, в других учебниках нет, и надо, значит, как-то это все uh, прикладывать к письмам. Вот. К чему готовить десятиклассников, еще раз, пока ни к чему, по формату. Десятиклассников не трогайте форматом. И единственное, что я делала всегда с десятиклассниками, это писала эссе. Но не потому, что я их по формату готовила к эссе, а потому что эссе учит рассуждать. Не обязательно вы эссе пишете в этом формате, а вот аргументировать всегда пригодится. В устной части в любом случае аргументировать надо будет. То есть практика аргументации понадобится. И в 10 классе я не трогала никогда формат. Никогда. То есть это не нужно абсолютно. Зачем гонять вот это вот все по формату? Формат можно освоить быстро, ну или хотя бы за год точно. Поэтому десятиклассников учите языку. Все, что я могу сказать. Ну, я не знаю, чего там хочет э, человек один или не один, или группа людей, но то, что есть сейчас в 2022 году, даже если это будут внедрять постепенно, оно все-таки не должно быть в этом виде. Либо должны быть конкретные пояснения, как должно выглядеть примерно описание этих графиков хотя бы. Ну, то есть э, пока это все настолько сырое. Э, это просто ужас. Это просто ужас. Не устраивает то, что это не школьная программа, да, это как бы Олимпиада для всех, причем поступающих. То есть нет отдельных экзаменов для поступления в вузы. Нет, есть ДВИ, да, да вот эти дополнительные вступительные испытания. Но блин, вот это нужно для поступления. Если ребенок не справится, он не поступит. То есть, ну это что, это как. Тут дальше слова кончаются. Есть что обсуждать, это однозначно. То есть вносить изменения нужно. И я хочу добиться хоть каких-то пояснений еще к тому, что вроде бы, ну, примерно понятно, да, но, но хотя бы предоставьте хоть один образец, вот примерно. Не знаю, я просто не понимаю. Вот с этими те же самыми графиками, да, вот 200-250 слов. Я пыталась описать, но 200-250 слов, но либо занимаемся словоблудием, ну либо я не знаю. В общем, грустно. Именно поэтому я и полезла именно решать все это, просто решать, создавать эти самые работы, чтобы хотя бы прикинуть, это вообще требование как бы соотносится с реальностью или нет. И много где просто не соотносятся. Вот это печально, это просто печально. В школе при том количестве часов да, на базовом уровне нет. И вы же видели задание, да, да 28 баллов можно получить за задание базового уровня. Ну, порог перейти, да, перейти порог, вот и все. В общем, грустненько, пока. А, да, создать надо базу заданий, отработать. Я не говорю прям про несколько лет но хотя бы с публикацией демо-версий, ну или хотя бы с утверждением демо-версий, задания должны появляться, а они как-то вот с ОГЭ мы видим не появляются. Вот это вот что? Когда они появятся? Я просто не понимаю. Ну ладно. По всем предметам такой бардак. Судя по тому, что я видела в учительских группах, такой бардак кажется по всем предметам. По крайней мере, преподаватели русского, еще какого-то предмета говорят, что что-то грустненько. Нет, то, что переделывают по всем предметам, это понятно. И я знала, что в 2022 году будут переделывать. Потому что в ГОС Девятый класс уже переделали именно в 2020 году, потому что это самый несчастный в ГОС, да. Там просто э, не состоялся экзамен. А теперь 22-й для 11 классников. То есть, это изменения были закономерны, но что-то они как-то немножечко перестарались с изменениями. А что насчет ОГЭ изменения утверждены? Так утверждены, демоверсия была утверждена еще какого-то 12 ноября. А то, что заданий нет в банке, это как-то вообще не удивительно. Я по крайней мере не удивляюсь. Ну типа посмотрели демо версию и вам хватит, видимо, так. На основании одной демо версии, видимо, и готовьте своих детей. Ну вот. После такого экзамена уже и вуз не нужен будет, это точно, сразу просто. А, вот надежда. Вопрос риторический. Да не за что. Ну я не знаю, если анализ вам как-то помог, да, вы можете сейчас уже потихоньку начинать составлять письмо в ФИПИ. По крайней мере я однозначно буду туда писать и ну, как-то воздействовать, потому что то, что сейчас вот так сказать, выдали, это явно не то, что должно быть на экзамене. Даже какие-то отдельные части. Ну, много недоработок, много. Вот второе задание в устной части, это единственное задание, которое, да, классно, все, вопросов нет. Остальные периодически вызывают вопросы. Еще раз, да, я знаю точно, что не все со мной согласны, и никто не обязан со мной соглашаться. У каждого, опять же, да, свое видение, свое понимание, свой анализ. Но надеюсь, что я, по крайней мере, помогла вам посмотреть на это все каким-то свежим взглядом. И все-таки я советую, решите сами. Это очень интересный опыт. Особенно текст про Казань. Просто прелесть. А, вот, ну да, учебники как-то, видимо, никто не открывал. По крайней мере, у меня такое ощущение. Спасибо огромное вам за ваши благодарности, за комментарии. По комментариям я, конечно, понимаю, что не зря я сегодня выходила в эфир. Значит, была я чем-то вам сегодня полезна. Ну что же, теперь задача наша это писать, да, писать, писать, писать. Заходите, на фипи контакты все открыты. Вот. Ну, будем анализировать, будем сидеть, писать. Может быть, что-то и коллективное сообразим, посмотрим. Пока не знаю, чем будем заниматься. Письменная часть, ну, в плане графиков, ну да, напрягает, скажем так. Не то, что прям пугает, но меня она напрягает однозначно. Вот. Спасибо огромное, не буду вас задерживать. Спасибо всем, кто был сегодня здесь, кто писал, кто задавал вопросы. Я всегда рада чем-то помочь, о чем-то рассказать. Ах, будем дальше действовать. <laughs> вот, спасибо, я рада, если я была чем-то полезна. Ну и я надеюсь, что мы с вами в этом году еще раз увидимся. Я все-таки обещание свое сдержу и расскажу про статьи для написания с. Я обещала, все так и не вышло все. А, и надеюсь, что я в этом году еще успею. Да, есть недоработки, это точно, это точно. Так, да, задание на лишнее слово очень напрягает. Ну, я говорю, да, такое взяли олимпиаду, вот взяли олимпиаду, взяли международные экзамены, причем устаревшие и у сотворили. В общем, поиздевались немножко. Ну ладно. А, спасибо большое. Да, спасение утопающих это всегда дело рук самих утопающих. Причем не факт, что там послушаются, да, и что-то там поменяют действительно, но по крайней мере попытаться нужно, однозначно. Спасибо огромное. Да, сил нам всем, сил, терпения. Все будет хорошо. По крайней мере, я в это всегда верю. Ну и потом, 21 год нам бы вот сдать в 21 году, а потом уже, как говорится, решать проблемы по мере их поступления. Хорошо, что выложили пораньше. По крайней мере, так. Когда планируете запускать практикум или курс? Практикум по написанию эссе я все-таки надеюсь запустить, но запускать я его буду уже после Нового года так что в начале января ждите анонс. До Нового года так и не получилось. А курс, ну, курс будет вот когда уже демо-версия будет тогда? То есть раньше смысла просто нет. Если нужен курс по текущим да, экзаменам, то он есть в записи. Вот так вы уже все прошли. Поэтому практикум по эссе в январе будет, и по говорению, ну, скорее всего, в конце февраля, в марте, вот тогда. Вот так. Так что, ну да, пища для размышлений это точно, это точно. Ну, э, как всегда, я вас обнимаю своим огромным сердцем. Все будет хорошо. Не пугайтесь раньше времени. У нас есть много времени на то, чтобы отписаться FIP, э, написать все, что мы думаем по поводу этой самой перспективной модели. Ну и потом посмотрим, что в итоге выложат в демо-версии 2022 года. Будем смотреть, будем ждать. Вот. Не буду вас больше задерживать. Спасибо огромное всем, кто был сегодня здесь. Будем кооперироваться, будем изучать, будем что-то решать. Ну и там уже посмотрим, во что это все выльется. Спасибо огромное. Спасибо вам. И увидимся с вами на следующих эфирах, в комментариях, везде-везде. Если у вас вдруг есть вопросы какие-то УГ, ЕГЭ, знаете, да, где находится предложка, предложить новость под видеозаписями группы, пишите, мы с коллегами вам поможем, ответим на все вопросы. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем хорошей и продуктивной оставшейся рабочей недели, да, отличного Нового года, выходных и праздников. Чтобы все было хорошо, настроение себе поднимаем и увидимся в следующей... <laughs> на следующих трансляциях. Всем всего самого лучшего, главное здоровья! И пока-пока!